Башкирская содовая компания по итогам 2022 года выплатит 3 миллиарда 300 миллионов рублей дивидендов. Соответствующее решение принято на годовом собрании акционеров, следует из документа на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Размер выплаты на одну обыкновенную именную акцию составит почти 2000 рублей. Добавлю, в прошлом году консолидированная чистая прибыль БСК и его дочерних предприятий составила 6 миллиардов 667 миллионов рублей. Это в 2,5 раза меньше, чем годом ранее. В компании связывали это с укреплением рубля и перестройкой логистических цепочек. Выручка при этом увеличилась на 14,5% до 86 миллиардов рублей. Напомню, что по итогам 2021 года башкирская содовая компания направила на дивиденды 8,5 миллиардов. Сумма выплаты на каждую акцию составила 5100 рублей. В тот год чистая прибыль предприятия выросла до 15 миллиардов 200 миллионов рублей.